вот это вот Ламар будет, это будет Франклин, а это будет Тревор. Ну, почти похоже. Hello, people, вы на моем канале Lord of the Железное Сердце. Сегодня мы поиграем в GTA, в сюжеточку давно. Я очень не играл в нее, не заходил. Очень просили, играли мы от первого лица на ПК. И как-то уже, наверное, уже... В общем, давно. Не будем вспоминать. Весной еще, по-моему, последний раз я заходил в игрушку. Что-то мы... А, мы на мотоцикле приехали. Я думаю, что-то машины нашей нету. Так, садимся на мотоцикл. Ну и посмотрим, какие у нас задания есть у нашего Франклина. Мы совсем рядышком находимся с точечкой F. И тут когда сюжеточка у нас начнется. Ну что ж, поехали. Скатаемся. Посмотрим, что за сюжетное задание. Задание находится. Отключаем, конечно, вид от первого лица. Ух ты, как мы спачкали окошечко-то себе. Нормально. Здесь вот прямо вот там сюжеточка начнется. Что такое, тетя? Я не вызову полицию. За что? Невероятный парень. Неверность? О чем ты говоришь? Не притворяйся, что не знаешь, что такое, что натворил. Не был на встрече, не пришел ни на одну встречу. Шляешься всякими непонятными фиговинами, смотришь на всех свысока. Твоя мама перевернула бы в гробу, парень. Значит, ты выговариваешь мне за то, что я плохой гангстер? Банда — это хорошо. Это все, что у нас есть, Нигги. Это наша культура. Ты псих, если ты в чем-то участвуешь, что нафиг всех ставит тягивать. Всем рассказывать. У меня хватит мозгов не связываться с таким, как ты. Ну, ты сам понимаешь, о чем я. Я говорю налево, ты говоришь направо. Я говорю, будешь ворчать, ты говоришь, будем пацаном. Я говорю, кто это? Привет, милочка. Ух ты, Франклин. Ты не говорил, что у тебя есть сестра? Я Деннис. Я живу вместе с Франклином. Это моя тетя, старая высохшая сестра моей матери. Ебало завалит. Да заткнись, хороший человек. Вот, дорогая, почему бы тебе не пойти и купить себе что-нибудь красивое? О, спасибо. Это $7? Я сказал красивое, а не дорогое. Хочешь быть одной местной королевы, а? Нет? А теперь убирайся отсюда. Иди отсюда. Все мужики одинаковые. Что ты здесь делаешь? Решил потусоваться с корешами. Че? Я новичок в городе, завожу друзей, ясно? Давайте посвятим. Послушай, я собираюсь отдохнуть, но этот клоун и моя тетя обломали мне все мои планы. Братан, я заглянул сюда, чтобы рассказать тебе об одном дельце. Я же сказал, что устал. Что за дельце? Я люблю дела. В делах я дока. Я не с тобой. Эй, давайте-ка сделаем с этим делом, окей? С каким делом? Я говорю про небольшое дельце встреч. Зашибись, прекрасно. Мы банда, идем. Пошли. Слушай, кто ты? Не, откуда он взялся, этот нигер? Кто он вообще не нигер? Это Тревор. Он поедет сзади, что ли? Гляньте, он сзади поедет. С собакой вместе. Ну, Тревор, ты меня просто убиваешь своим отношением к жизни. Где дело состоится? На Грув-стрит. Езжайте на Грув-стрит. Мое любимое местечко. Грув-стрит. Братан, мы не нарушаем правила, мы едем по правилам, играем от первого лица. Дорогие друзья, не забудьте сразу поставить пальчики вверх, подписаться на канал Железное Сердце. Я думаю, вы уже подписчики. Дайте проехать, вы чё, встали? Давайте их объедем. Первое бизнес дело. Как это делать совсем рядышком на кухне? Ты чё, вообще не смотришь, что ли? Перестроиться он решил. Так, аккуратно. Полиции нам не хватало себе на хвост. Поворачиваем. Вот наша точечка. Вот этот дом, кореша. Слышишь? Не кипиши, Ламар все сделает красиво. Доберитесь до дома. Так-то он вылез там? Нет, наш? Вылез. Так, не кипишуем. Аккуратненько выходим. Так, из оружия у нас чем-то есть? Мы не можем даже посмотреть в инвентарь оружие. Ну ладно. Будем надеяться, что-нибудь у нас все-таки есть. Эй, будь аккуратный, короче. Курьерская служба. Я приехал за посылкой. Бабки с собой? Отчетность в порядке.
Нравится? Sample. Пробу. Now we talking. Вот это я понимаю. My throat getting numb. Горло уже не имеет. So we good, nigga. Все, путем, нигга. Well, let's go. Поехали. About a taste. А мне можно? No, man, we leave. Нет, чувак, мы уезжаем. Дай-ка я пробу с другой стороны пакета. Ты слышишь, что вам пора? Дай сюда, дай сюда. Верни назад. Что за хрень? Мы заказывали кило или странную унцию. Чувак, это же верная штука. У нас проблемы с клиентами. Ты воробьян. Короче, надо всех убивать. Ё-моё. Дядя Тревор нам поможет. Пошли, дядя Тревор. Дядя Тревор, давай. Аккуратно, аккуратно. Ух ты, банда целая. Гранат у нас нету? Есть, у нас лепуха есть, отлично. Отлично. Воевать так воевать, чушь. Так. Аккуратно, аккуратно. Такие мувы, так. Нам надо бежать куда-нибудь. Сейчас подмога, наверное, приедет сюда. Побежали, побежали, побежали. Здесь садимся. Вот она, банда приехала. Лепуху держи, я вам лепуху принес. Так, за машинку, говоришь, а все, лепухи кончились. Зашибись. Так, переключаемся опять на Франклина. Так, Франклин, чё, а что ты хочешь? Дядя Франклин. Дядя Тревор, короче, не справляется. Бедная улочка уже, а. Уже какой-то полный пипец творится. Куда ты лезешь, чувак? Где он еще живой, что ли? Отлично. Так, один остался там вдалеке в улочке, видно, на радарчике. Так, еще одна машинка. У меня гранаток нет. Так, отлично. Куда мы выходим с этой улочки? Сюда пошли? Давай домик обойдем. Блин, ты не мешайся, Тревор. Ты прям под ногами. Ух ты, Ламар-то куда бежит? Полиция приехала. Зашибись. Я еще от полиции убегать буду. Не знаю, зачем я пострелял в полицию. Из парики. Скорее, скорее, скорее. Гоу, 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 уходим. Так, так, так. Блин, что так быстро бегает? Берем оружие. Так, чувак. Они фильм снимают? Да ты чё? Фильм они еще снимают. Так, мой синенький вот тогда будет. Ладно. Погнали. Поехали кататься по речкам. Чё-то вонище здесь. Это не река, это сточная канава. Так, ребята, дайте я проеду, а? Вы только мне мешаете. Корешает ее. Да, так не попадешь особо. А вот обе. Полиция. Ну а тебе полиция. Попал в кого? Ты себя подставил, нига, это твой сученый кореш. Он не знал, что он меня на залохов. Да, куда мы едем-то вообще? Мы что, разделились что ли? Ребят, надо за вами ехать, да, я так понимаю? Гонки с этими козлами. Надо уйти от полиции, иди нафиг гонки. Хватит ругаться, давайте убегайте уже от полиции. Сами их вертолет гоняет. Давай, разделимся, нигер. Уйти от полиции, все. Не могу так высоко стрелять. Разделились. Тревор ушел направо, я пойду налево. Хотя что я пойду налево? Я могу уйти на берег. Что-то все, по-моему, за мной поехали, а?
ощущения нехорошие. Лодочка за мной пришла. Лодочка за мной. Так, я вот на этом береге сейчас вылезу. Где-нибудь вот здесь. Все, я вроде вне зоны видимости встал. Блин, я что, застрял что ли? Аккуратненько выехали, все. Я вне зоны доступа. Туда я, блин, вообще мертвый берег какой-то залез. Придется возвращаться, наверное, отсюда. Конечно, можно тут лавхофоры пособирать. Но это мы тогда отвлечемся от прохождения сюжета. Так. Вы что? Все, ушли. Выполнено. Сафари на районе. Так, ну что, возвращаемся в городок. Сейчас вот возле моста вылезем здесь на бережок. И пойдем гулять по бережку. Так, вот здесь вот можно вылезти. Ну что, сюжетка также захватывающая, так же, как я играл на PS3, на PS4. Сейчас играем на ПК сюжеточку. Все то же самое. Забегите к нам сегодня за нашим новым малым ПП с самым современным дизайном. В амуницию тоже надо будет зайти. Так, мне нужна машинка. Так, докер приглашает вас принять участие в безумных гонках на водных мотоциклах. Гоните соперников на великолепных прибрежных трассах и выиграйте крупные денежные призы. Морские гонки мне теперь доступны. Отлично. Ну что, можно поучаствовать в этой гонке? Сейчас сядем в машинку. Найдем эту гоночку. Она, правда, к сюжетке не имеет никакого отношения. Ну, поучаствовать в гоночке я хочу. Тем более от первого лица. Так, мы ехали. Наконец приехали. Что тут дороги нет до нашей морской гоночки. Придется, наверное, сейчас пешком идти. Так, железнодорожные пути. Что-то я боюсь, что тут на машине мы расшибемся сейчас, если будем спускаться. Да ладно, что, была не была. Морская гоночка, значит, морская гоночка. Как ты занесло, как на песочке-то тебя, а? Конечно, ты крутой водитель, но, видимо, не настолько. Так, ну машину топить не будем, чтобы потом мы отсюда иначе не выберемся. Вплавь надо на эту гоночку, оказывается, идти. Не думал, не гадал я. А мы без плавок. Морская гонка, интересное местонахождение. Для участия в гонке нужно сесть на водный мотоцикл. Ага, вот они сидят уже, мои сопернички. А я, значит, буду в мокрой одежде плавать, да, значит? А если я простыну, если меня продует? Что тогда? Так, ребята, готовы? Нажмите вправо, чтобы участвовать в морских гонках. Давайте, я хочу участвовать. Ух, сколько соперников насобиралось-то уже. Они в гидрокостюмах, а я прям что-то нет. Я в свитере. Красненький, ты мне вот прям не нравишься. Блин, вы что так тут рванули все? Офигеть, блин, забрызгали все лицо. Мне мало того, что свитер мокрый, еще и с вами сражаться все. Улетели просто туда. Блин, неудобно особо как-то водить на первого лица на квадроцикле. Нифига обзора нету. Кругом водище. Офигище. Право, так, мы первые, отлично, сейчас надо будет направо, и направо. Главное, чтобы волна куда-нибудь нас не швырнула, то, о чем я говорил, у нас все-таки нас швырнула. Мы такими темпами можем стать последними, это будет не очень хорошо, мы уже возвращаемся назад, это смотрим. Два, назад. Сейчас направо. Вот тут будет очень, мне кажется, коварный поворот, да. С волнами высокими, которые нас кидают. Очень высоко. Так, отлично. Блин, пришлось чуть ли не остановиться. Все по пятам уже сидят за нами, а. Давай, Франклин, давай. Только кидайся куда-нибудь в правильном направлении, куда-нибудь в сторону. Ты любишь это делать. Так, я первый.
Походу я первый, да. Только не промахнись мимо финиша. То сейчас спрыгнем. Фух, молодец, Франк. С первой попытки все сделали. Восточное побережье, золотая медаль. Продолжить. Ну, практически чемпион. Ну что ж, дорогие друзья, мы выполнили сюжетную кампанию с покупкой наркотой. Ламар, как обычно, лоханулся. Чуть было не купил унцию вместо килограмма льда. Вылазим. Мы находимся на побережье Лос-Сантоса, на восточном побережье. Поучаствовали в морских гонках. Всем спасибо, всем пока. От вас пальчики вверх, подписка на канал. Продолжение следует. Сюжеточки GTA 5. Привез вам свежее миску. Ребята, давайте миску похаваем. Свежая еда. Я опять с подарками. Ты очень добр к нам, друзья. Я это уже слышал. Шевелись, давай, быстрее, быстрее. Кого привезли? Это знак. Так, теперь мне возвращаться надо. Вот ты, елки-палки, на этом корыте опять.